5 июля 2014 года в 500 метрах от села Биберево произошло ДТП, которое унесло одну человеческую жизнь и разрушило жизни многих. Пьяный сотрудник УФСИН сбил на повороте возвращавшегося домой 18-летнего студента МГИ. Уголовное дело было заведено, но расследование сейчас приостановлено. Виновные не найдены и не оправданы. Родственники погибшего мальчика хотят добиться справедливости, пока срок давности этого дела еще не вышел. Той летней ночью офицер уголовно-исполнительной системы Фролов ехал из Фурманова в Иваново. Пьяный. Как он расскажет, потом отмечал очередной отпуск. У поворота на Биберево он не заметит мопедиста, который перестроился на обочину встречной полосы. Скорость движения двухколесного транспорта была около 30 км в час. Дальше произойдет столкновение с летальным исходом. С камеры видеонаблюдения, что находится на фасаде церкви, видно, что иномарка Фролова мчалась с превышением. Артур Гильдебрандт погибнет еще до приезда скорой. В полицейской машине, когда очнется, водитель будет рассказывать, что за рулем был не он, а потом плакать и жаловаться, что теперь его, наверное, уволят. Фролов был настолько пьян, что даже не мог говорить после ДТП, и он спал в патрульной машине гаишников. Очевидно, что если бы он был трезвым, то никакого ДТП просто не было бы. И он в этом виновен. Местным следователям, видно, этого недостаточно. Мне в очередной раз прислали отписку о невиновности Фролова. Уголовное дело долго не заводили, хотя, на взгляд обывателя, все предельно ясно. Два участника ДТП, широкая пустая дорога. На ней множество возможностей для маневра и лобовое столкновение. В крови Фролова было выявлено 0,91 промилле. Сильная степень. Есть категоричное заключение экспертов о том, что Фролов имел техническую возможность остановиться и избежать данного ДТП. И я полагаю, вот на мой взгляд опять, что только ширина проезжей части была более чем достаточной, чтобы разъехаться уж мопеду и автомобилю одному. Там два автомобиля нормально. Даже сейчас зимой при суженных, скажем, дорогах разъезжаются спокойно. А уж мопед с этим, с машиной, он бы разъехался спокойно. Каждую экспертизу и все следственные действия потерпевшая сторона буквально выбивала. Но итог все равно один – дело встало. Невозможным оказалось даже доподлинно установить, где именно произошло столкновение – на обочине или на проезжей части. Оно приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Хотя сама даже постановка такой ответ он сам по себе при ситуации, когда в деле ДТП участвует только два человека, один из которых погиб, и говорить о неустановлении человека, виновного в гибели другого человека, мне кажется, абсолютно некорректно, неправильно. За 4 года семья погибшего прошла все возможные пути. Обращения, прошения и жалобы писали в УФСИН, прокуратуру, Следственный комитет, правоохранителям МВД. Фролов по-прежнему служит, каждый день ездит на работу из нее через то место, где оборвалась жизнь Артура Гильдебрандта. В церкви села Биберево сегодня вспоминают погибшего, молятся о спокойствии его души, о спокойствии, которое не могут найти оставшиеся здесь его родственники и близкие. Артур был очень добрым человеком, он всегда мог прийти на помощь всем близким, он был очень общительным, отзывчивым на любые просьбы. Что касается его обучения, он также был очень усидчивым. Бабушка Артура Тамара Ивановна плачет каждый раз, когда вспоминает внука. В комнате после гибели молодого человека его девушка и друзья сделали ремонт, который он так хотел сделать сам, но не успел. Здесь все напоминает о том, каким был Артур – светлым, позитивным, успешным. У него множество спортивных наград и медалей, грамот за учебу и всевозможное участие в общественной жизни. Он был хорошим мальчиком и добрым. Он любим, всем людям помогал. Если вот даже видит, там женщина идет, сумки тяжелые, что-то, он всегда всем помогал, всегда. Никого не обижал. И друзьям своим помогал, и в учебе помогал. Он вот из Озерновской школы заканчивал. Его все любили. И не знаю, он как-то притягивал всех к себе. Вокруг него всегда были друзья.
Руки матери погибшего не дают опускать адвокаты. В сентябре прошлого года они добились победы в гражданском суде. Доказали, что Фролов должен выплатить компенсацию морального вреда за гибель мальчика – 300 тысяч рублей. Ни на одно судебное Фролов не явился. Мать погибшего даже в глаза не может посмотреть человеку, из-за которого погиб ее единственный сын. Офицер не попросил прощения и, конечно, не раскаялся. Этот человек, он настолько низкий, что у него даже не хватает просто извинений попросить у матери. Вот и все. Как же он может дальше работать на своей работе госслужащим? Я просто этого не представляю. Действия мужчины очень циничны и хладнокровны. Видимо, обдумав ситуацию, он понял – признание вины лишит его погон. Фролов, как только совершил ДТП 5 июля 2014 года, им совершается ДТП. А, значит, спустя 19 дней, 24 июля 2014 года, он данную недвижимость дарит, то, что на нем был дом и земля, он дарит своей сестре. Мы имеем место договор дарения. Значит, потом наступает затишье, и когда мы выходим в суд с гражданским иском, мы уже пытаемся, значит, морально хотя бы, чтобы человек ответил, да, за свои действия, о взыскании морального вреда ставим требования, мы узнаем, что в это время Фролов дарит свою квартиру дочке. То есть на сегодняшний день у него недвижимости нет, и иск останется без исполнения, мы так думаем. С сентября 2017-го ни копейки семья Гильдебрандт не получила. Имущества у Фролова нет. Теперь просуженной задолженностью займутся судебные приставы. В структуре УФСИН действия Фролова проверяли, но с момента ДТП прошло уже 4 года. А значит, понять, почему в свое время офицер не был наказан, увы, уже невозможно. Сейчас, отмечают в службе, формальных оснований для увольнения этого сотрудника нет. Кодекс профессиональной этики и честь мундира не в счет. При проведении повторной проверки по данному факту по совершению ДТП сотрудникам следственного изолятора номер 1 были сделаны следующие выводы. Так как со дня совершения проступка уже прошло много времени, привлечь его к дисциплинарной ответственности мы не можем. Руководство следственного изолятора номер 1 на протяжении 2 лет уже у нас не работает, поэтому выяснить причину, почему не привлекли к дисциплинарной ответственности в 2014 году, не представляется возможным. Так получается, что за смерть Артура Фролов был только лишен прав. Временно. Сейчас же он продолжает водить. Ситуация выглядит парадоксально. Гражданский суд, обязав Фролова платить, признал его вину. Уголовное же дело производства уперлось в формулировку «невозможно найти лицо, которое можно было бы обвинить». Оснований для возобновления предварительного следствия не нашли. Маме Артура прислали отписку. Описывая события в своем постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратура Ивановского района, она перепутала в своем постановлении все, в своем решении. И фамилия, имя потерпевшей, ну и там некоторые другие нюансы, которые свидетельствуют о том, что они просто взяли, ну, образно говоря, в своем дежурном постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела заменили фамилии, не удосужились даже прочитать те ли фамилии они вставили, и ответили самой обыкновенной отпиской. Мне кажется, они пытаются, как бы затягивают умышленно вот это сроки расследования по делу для того, чтобы истекли сроки привлечения к уголовной ответственности Фролова. Надежды на местных следователей у семьи погибшего больше нет. Жалобу представители семьи отправят в администрацию президента. Мама Артура обращается к главе Следственного комитета страны Александру Бастрыкину с просьбой взять дело под личный контроль. Александр Иванович, работа местных следователей выглядит как издевательство над простым человеком, как покрывательство одними правоохранительными органами других. Прошу вас положить конец этому делу и, наконец, дайте указания им работать. Через год это дело будет официально закрыто, истечет срок давности. И в этом случае о восстановлении справедливости говорить точно не придется. За аналогичные преступления даже в нашем регионе виновные были наказаны и привлечены к уголовной ответственности. Но только не сотруднику УФСИН Фролов. Он так и находится по другую сторону решетки. Главная героиня.
героиня оскароносного фильма «Три билборда на границе Эббинга-Миссури» в схожих обстоятельствах, чтобы заставить полицию работать, взяла в аренду несколько рекламных конструкций. На билбордах разместила обращение к власть имущим. К таким же категоричным мерам готовы и родственники погибшего Артура Гильдебранта. Трассы А-113, что в сторону Плёса, нередко пользуются люди, которые имеют власть в этой стране. И, возможно, их не оставила бы равнодушными эта история. Если местные правоохранители не способны помочь семье добиться справедливости, почему бы не привлечь к решению этой проблемы сильных мира сего?